А в то года путешествует по Дагестану. Наш маршрут проходит по высокогорным районам и городам на Каспийском побережье. В этот раз едем знакомиться с древним Дербентом. В центре дагестанского побережья расположена Махачкала. За пару часов от столицы республики можно добраться как до Кизляра, так и до Дербента. В комфортном автомобиле это время пролетает незаметно. Один из важных показателей комфорта – это тишина в салоне. Она достигается как шумоизоляцией самого автомобиля, так и шинами. В путешествии по Дагестану наш автомобиль обут в Кардиант Гравити. Протектор шины состоит из 8 функциональных элементов, за счет чередования которых достигается уровень шума 69 дБ. Это сравнимо с обычным уровнем громкости из телевизора. Можно сказать проще, эти шины тихие. А еще они отлично держат дорогу даже в сырую погоду и обладают повышенной износостойкостью. В среднем шины Кардиант Гравити служат на один сезон дольше. При обычной эксплуатации вы сможете проездить на них порядка 50 тысяч километров. Это 10 таких путешествий из Москвы в Дагестан и обратно, как наши. Знакомство с Дербентом начинаем с цитадели, которая стоит на вершине горы. Это центр древнего города, и не просто древнего, а, вероятно, древнейшего в нашей стране. Стоишь здесь, прекрасно видно и город, и все побережье. То есть понятно, что тот, кто занимает этот холм, он тут главный. Да, тот, кто владел крепостью, тот и владел городом. И перед нами сейчас цитадель Нарынкала, жемчужина города с Дербента. Нарынкала, почему же ее так назвали? Гласать предание, что в 6 веке основатель крепости Нарынкала, персидский правитель Хасрова Нушерван I, эту крепость именовал в честь своей любимой жены, которую звали Нарынханым, что в переводе с персидского языка ее имя означает как нежная, красивая. Красивая, изящная, гранатовая. Кала – это возвышенность, крепость. Крепость здесь появилась 1500 лет назад. Крутые склоны и мощные стены служили надежной защитой и центром грандиозного оборонительного района. Сохранившаяся лишь фрагментами стена уходила от крепости на 40 километров в горы, чтобы никто не мог обойти Дербент по долинам и перевалам. Еще две стены спускались к морю и уходили в воду, чтобы нельзя было обойти город по мелководью. Все караваны и путники шли через Дербент. Перс назвали Дарбант, в переводе означает «узел ворот», арабы Баба-Льва – «ворота ворот», монголы Кахулга – «ворота». Тюрки то есть всегда назвали... ворота. Да, как вы уже заметили, со всех языков переводится как «ворота», смысл один и тот же. Владение Дербентом давало стратегические преимущества и приносило хорошую прибыль. Здесь была своего рода таможня. Город всегда был лакомым кусочком для завоевателей. Когда проводились археологические раскопки в 70-х годах под руководством археолога Кудрявцева Александра Бакаровича, обнаружены были останки 7 дворцовых комплексов, построенные в разные периоды и в разных местоположениях. Почему именно 7? По официальным данным, Дербент был завоеван 7 раз, и каждый из новых правителей, которые восходили на престол, они разрушали старые дворцы, на его место возводили новые. В крепости много старых построек. Колодцы, зинданы, огромная подземная цистерна, хранившая запас воды для обитателей крепости. Войны, землетрясения, да и просто время многое разрушили. То, что мы видим сегодня в Нарынкале, это во многом труд реставраторов и археологов. Вот не догадался бы сам, что это за камни с отверстиями. Они древние, некоторым больше 1000 лет. Оказывается, якоря. Почему они в крепости? Да просто для сохранности. Они были найдены в акватории Каспийского моря. Площадь крепости 4,5 гектара. Не так уж много. Однако за 1500 лет здесь накопилось бесчетное количество историй и преданий. Чего стоят одни только старинные бани. Мы часто слышим о банях. Ханская баня, женская баня, девичья баня. Судя по размеру этих помещений, здесь не только мылись, правильно? Да. Баня, да, действительно была не только местом для купания. Здесь назначали встречи, играли нарды, устраивали чаепитие. В общем, весь день могли проводить в этой бане. В принципе, как и сейчас, ничего не меняется. Баня состояла из двух залов – горячего и холодного. Печь находилась под полами, а в огромном чане нагревали воду до 90 градусов. Одновременно нагревался и пол. Это принцип римских бань. Полы здесь были каменные. Они бывали настолько горячие, что в обычной обуви невозможно было пройти. Была специально деревянная обувь на невысокой платформе, как сабо. А горячий воздух, пар в помещении по керамическим трубам пускали вон через эти окошки. Если обратили внимание, они вокруг бани. Одним словом, умели жить красиво и с комфортом в любой сезон. Про такую погоду обычно говорят «не повезло», а, по-моему, очень красиво. Город затянуло белизной, это падающий снег, и здесь хорошо слышно прибой Каспийского моря. Из крепости мы спускаемся в древние городские кварталы – Магалы.
Наряду с крепостью они служат визитной карточкой Дербента. Это самая колоритная часть города. Вадим, мы сейчас вышли за пределы крепости и спускаемся в жилой район. Те самые знаменитые Магалы? Да, это те самые знаменитые Магалы, Сарабско-Махала, микрорайон, улица. Здесь, вы видите, четкого названия улиц нет. И здесь Магал, квартал и номер дома. На протяжении столетий в Магалах кипела жизнь. Здесь торговали, занимались ремеслом и искусствами. В этих районах жили известные ученые и мыслители своего времени. Сегодня Магалы – это престижный район, где все мечтают жить, и жутко дорогая же недвижимость. Как бы правильно сказать? Магал – это история. Магал – это потомственность. Потому что любые попытки в свое время, допустим, предложить жителю Магала участок какой-то, где будет и двор большой, и площадочка определенная, да, натыкались на то, что мы не можем оставить, это земля предков. На домах висят таблички, а на водопроводных люках изображена схема кварталов. Да и местные охотно помогут путешественнику. Так что в Магалах вы не потеряетесь, но заплутать можно. Подтверждение моих слов о том, что Дербент является городом-лабиринтом для того, чтобы завести врага от наступающего в город, завести в тупики. Вот как раз сюжет. Посмотрите, мы оказываемся на этой площади, и куда нам идти? Налево пойти, направо пойти, прямо пойти. То есть такой город-лабиринт. В Дербенте принято уважать историю. Кстати, именно здесь находится древнейшая мечеть в нашей стране. Здание было построено не менее 1200 лет назад. Первая версия была, что она была построена в начале 8 века арабами, после того, как арабы оказались на этой территории. Но последние наши археологические изыскания, раскопки, которые проводились на этой территории, они как бы дают другую, более древнюю версию, потому что по кладке, по технике строительства и по использованию материалов она была построена в тот же период, когда строилась цитадель Нарынкала, наша крепость. А в арабский период она просто была переформатирована, и их помещение уже использовалось как мечеть. Мечеть открыта для посещения, но гостей просят соблюдать правила в одежде, схожие с правилами православного храма. Для женщин это покрытая голова и не слишком открытая одежда. Для мужчин – брюки. Также при входе в мечеть нужно разуваться. Гуляя по Дербенту, ты видишь следы многотысячелетней истории города и зачастую поражаешься мудрости строителей прошлого. Представьте себе, они провели с помощью глиняных труб водопровод с чистейшей горной водой, которая приходила в город. А здесь, во дворе джума-мечети, посадили платаны. Эти деревья с разветвленной корневой системой высасывают лишнюю влагу и укрепляют всю площадку под этим очень важным для города зданием. В Магалах вокруг мечети вы обратите внимание на большое количество уличных источников воды. Каждый из них носит имя того, на чьи деньги он был построен, даже если это произошло много сот лет назад. Вокруг Дербента нет ни пресноводных рек, нет ни пресноводных озер, поэтому Дербент всегда испытывал дефицит воды. Поэтому каждый меценат, каждый хан, бек, богатые люди за свой счет нанимали рабочих, которые копали вручную. Понятно, тогда буров не было, копали вот такие источники. Местные активно пользуются источниками, хотя сегодня в каждом доме есть водопровод. Говорят, горная вода вкуснее и не оставляет осадка при кипячении. И вы тоже можете попробовать эту воду прямо около источника или во время чаепития. Если замерзли или просто устали гулять по дербентским горкам, а время обеда еще не пришло, значит, можно зайти в чайную и попить традиционного дербентского чая. Здравствуйте, чай. Актай. Здравствуйте. Каким чаем поете? Рад вас видеть. Чай – это символ гостеприимства. У нас черный красивый чай. Азия чай у нас в основном. Индийский чай. Подача чая превращается в красивую церемонию. Процесс называют чай с пех-пехом. Вкусный хваленый чай, обогащенный кислородом. Гостям рады, Дербент город чай, насыщенный, обогащенный. Также национальная выпечка, которая у нас подается к чаю, попробуйте, пожалуйста. Ага, с удовольствием. Как это называется? Это пахлава, получается пахлава с миндалем. Актай – чайный мастер уже в третьем поколении. Воду для чая традиционно набирают в источниках, а сладости пекут женщины из его семьи. Это называют шекер-чурек, это дербентская азербайджанская выпечка. Да. Шекер – это сахар, чурек – это хлеб. Да. А переводится сладкий хлеб. Национальный сад хлеб – это наша дербентская национальная выпечка. Очень необычный на вкус. Тоже, кстати, да, она растет, она тает прямо во рту. Тоже праздничная. Национальная. В любых праздниках именно вот этот шекер-чурек на столы ставят. Чай со сладостями помогает быстро восстановить силы, чтобы продолжить знакомство с Дербентом.
Я бы не советовал автопутешественникам заезжать вглубь Магалов. Там интереснее пройти пешком, больше увидите. А в другие концы города удобнее доехать на машине. Ориентироваться в старом городе несложно. Помогают разрезающая город крепостная стена и улицы, спускающиеся к морю. Есть такая шутка, что ПДД в Дагестане расшифровывается как правило дагестанского движения. И действительно, довольно много водителей ездят рисковато. Ну, а для нас путешествие главное – это безопасность. Поэтому едем с полной концентрацией, с вниманием на дорогу. И, конечно, радуемся всем электронным ассистентам водителя, которые есть в автомобиле. Чем больше их, тем лучше, ведь безопасности много не бывает. Kia K5 оснащен по последнему слову техники. Умная электроника постоянно следит за дорогой. Ассистенты водителя помогают удерживать полосу движения, поддерживают заданную скорость и расстояние до впереди идущего автомобиля. А при включении поворотника на приборной доске появляется изображение с камеры заднего вида, чтобы вы могли контролировать все пространство вокруг автомобиля, включая слепые зоны. Среди многочисленных функций есть особенная и весьма полезная. Это ассистент, который подает сигнал, если машина перед вами тронулась, и вам тоже пора продолжать движение. Корейский производитель объединил все эти системы под общим названием DriveWise. В вольном переводе с английского это значит «управлять машиной по-умному». И это действительно так. Умные электронные ассистенты Kia DriveWise не избавляют водителя от необходимости быть внимательным и соблюдать правила. Но они помогают предвидеть опасные ситуации, чтобы вы могли их избежать. Это классно. Дербент – это туристическая столица Дагестана, с красивыми пешеходными зонами, с большим выбором гостиниц и кафе, с длинным песчаным пляжем на берегу Каспийского моря. Где-то там плавают осетры, белуги и каспийский тюлень. А еще на дне морском покоится рекордное количество сокровищ в затонувших кораблях. До них мы, конечно, не доберемся, а вот если любите пособирать раковины, тут вам раздолье, лежат буквально под ногами. Автомобиль года не прощается с Дербентом. Помимо богатой истории, у этого города есть интересное современное лицо. И мы обязательно с ним познакомимся. Друзья, напомним, что стартовал новый сезон голосования в национальной премии «Автомобиль года в России». Зарегистрируйтесь на сайте autogoda.ru и отдайте голос за свой любимый автомобиль и лучшие новинки. Участников голосования ждут ценные призы. А результаты премии «Автомобиль года» — это надежный индикатор общественного мнения.